Всем привет, с вами Джаго, и сегодня мы полетаем на вот этом чудесном Curtiss P-36 Hawk самолете 4 уровня. Истребители, по-моему, если не ошибаюсь, это ветка простых истребителей. Да, в общем, там в США уже обе ветки простые, так что нечего заморачиваться. Раньше были палубные и простые, а теперь просто простые, поэтому в любом случае ветки истребителей простые. Пока что. До выхода каких-нибудь новых моделей. И что мы имеем? Мы попадаем на своем четвертом уровне к четвертым и третьим, то есть вроде как в топ. Попадаем мы на карту Тихий океан. А тут у нас есть звено из А6М1 и БФ-110Б, а у врага звено тоже из тяжа и Бристоль-146. И вообще у врага, мне кажется, преимущество по тяжам. А на карте вот Тихий океан это ощутимо. Нет, конечно, у нас есть три тяжа еще, третьего уровня, но они как бы, да, третьего. А тут как бы четвертого. Так что вроде как бы и даже перевес у нас, но не знаю. Так, что? Ну, ясно, набор высоты. Поставил же топовый двигатель. Сейчас будет тащить. Ну, или не будет. Так, 1700. Так, с БШ-2. Что он хочет? Почему он что хочет? И-17 атаковать? БШ-2? Это зачем? Вот и куча народа собралась. И замаслали наши И-17. Ну еще бы. Так подумал. Поверху пока полечу. Один готов. Готов. Эй. Что себе хотел устроить? Бьют. Добейте. Добили. Уже было не выворачивать. Вот. P-36. Не добил. А надо добивать. Ну, конечно. Тут уже сзади летит всякое. А6М1, привет. Привет, насяльника. Опа. А, ё-моё, как неудачно вышел из... А то ты повернулся вроде хорошо. Но от этого... Блин, таран, ну что ж такое? Что, он понял, что ему хана? Кто такой? Кто такой? Боже, БШ-2. Свободен. А6М1. Ну что ж, А6М1. Давай. Блин, это что, БШ-2? БШ-2! Ну, БШ... Нет. Да, БШ-2. Ё-моё. На что ты рассчитываешь? БШ-2. Вообще, кошмар. БШ-2. Давай, БШ-2. А тут еще ТШ-3. Ну, конечно, ребята. Как не один, так другой. Да. Где тут БШ-2? Ах ты, БШ-2! Выходить собрался. Жалко, его без меня сейчас собьют. Уж больно он мне осто противил. Да неужели? Попал.
Ах ты ж, маленький бунтарь. Со своим БШ-2, косоруким. Что он себе возомнил? Что он вообще сбил кого-то? Нет. На тебе. А что вы думали? Вообще обнаглел БШ-2. БШ-2 на Пи-36 вырвался. Что? Скажи, сейчас замочу. И свалит. Ну и получил. Вот, такой Пи-36. Особой динамики в бою не было, потому что гонялся за всякими БШ-2. Тем не менее, вот, как бы, ас дали. Да, приятно. Ну и, как бы, да, бой выигран. Тоже хорошо. Что значит топ-комплектация? Ну, вообще, БШ-2 и всяких там ТШ-3 без топ-комплектации даже, может, и лучше было бы крутить. Что ж, с вами был Джага и Пи-36. Всем пока!